До наступления нового 2019 года остались считанные дни, и большинство спешат приобрести продукты к столу, а также подарки для своих родных и близких. В чем, несомненно, помогут открывшиеся 22 декабря новые магазины фирменной сети «Геркулес Молоко» в Донецке и Торезе. Итак, раз. А вы приготовьте аплодисменты. Раз есть. И аплодисменты, друзья мои! Наш магазин является открытым! Главное преимущество супермаркетов фирменной сети – свежая и качественная продукция, регулярные ценовые акции, приемлемые цены, чистота и комфорт для покупателей, а также удобное расположение. Магазины сети – это магазины по соседству с вами. И новые располагаются по адресу Донецк, улица 230 стрелковой дивизии 2Б и в Торезе, улица Пионерская, 7. Мы рады представить вам новый магазин в городе Торезе торговой сети «Геркулес Молоком». В первую очередь это магазин удобный у дома, светлый, с высококачественными товарами. Дорогие наши покупатели, поздравляем вас с открытием в канун Нового года фирменного супермаркета «Геркулес Молоко», расположенного по адресу город Донецк, улица 230 стрелковой дивизии 2Б. Это современный, яркий, удобный супермаркет по соседству. У нас представлен полный ассортимент свежей, высококачественной продукции торговых марок компании. Мороженое «Геркулес», молочная продукция «Добрыня», колбасные изделия «Панфазан», замороженные полуфабрикаты, пельмени, вареники. Также присутствуют кондитерские изделия, консервы и соленья. Кроме фирменной продукции, в магазинах сети «Геркулес Молоко» представлен ассортимент продукции наших партнеров. Для всех участников церемонии открытия от мала до велика был подготовлен настоящий праздник. Аниматоры в костюмах любимых героев для детей, дискотека с мыльными пузырями, интересные конкурсы и викторины. Кроме того, все посетители смогли принять участие в создании традиционной картины. Прекрасный магазин, всего достаточно, очень красиво, все доступно, так что прекрасно. Все желающие смогли принять участие в лотерее фирменной сети магазинов «Геркулес Молоко» и выиграть ценные призы, представленные партнерами компании от торговых марок «Доктор Саммер» и «Мистер Сами», «Фрут Мотив», торговые марки «Мой соки и нектары», «Гуд Дэй», «Донко», «Кариба», «Вышний город», «Бакада», «Донецкий пивоваренный завод», «Эклин Грин Лейбл», торговые марки «Макс Хим», «Джойка», «Тигмар», «Дарс», «Махе», «Золотая балка», торговые марки «Норма», «Аскания» и «Бушерон», торговый дом «Потенциал», а также торговые марки «Маркони», «Белсвит» и «Витек Агро». Ну а вдобавок получаете еще от нас вот такой замечательный подарок. Дедушка Мороз, вручай приз. Да. У посетителей была возможность выиграть наборы продуктов и сладостей, наборы бытовой химии и многое другое. И главный приз – смартфон. Традиционно пенсионеров на кассе ждал бесплатный пакет молока, кефира или ряженки на выбор.